Здравствуйте, уважаемые зрители канала Нейромир ТВ. За моей спиной находится легендарный ракетокосмический завод имени Хруничева, который в прошлом году отметил свое столетие. Ну, все бы ничего, но мы недавно наткнулись на анонимное открытое письмо работников завода, в котором говорится о массовых сокращениях на предприятии, о том, что у предприятия есть многомиллиардные долги перед кредиторами. И вообще, в целом, планы вывоз производства в Омск и отдать данную территорию под застройку городу. Мы пытались разобраться, в чем же ситуация, и пока мы искали материал для сюжета, сменилось руководство. Это, скорее всего, к счастью, потому что до этого предприятие стояло и не работало. На сегодняшний день цеха заработали, появился заказ, и нам остается только наблюдать за развитием текущей ситуации. Но мы будем следить за ней и держать вас в курсе. Но сейчас я предлагаю вам посмотреть интересное интервью с Павлом Пушкиным, где мы говорим не только о состоянии завода, но и в целом о состоянии российской космической отрасли. Здравствуйте, Павел. Сегодня хотели бы вас расспросить по состоянию на текущий момент отечественной космонавтики, расспросить вас о состоянии завода имени Хрунчева, так как вы долгое время там проработали. Может быть, расскажете, что вы видели, каково ваше мнение на текущий кризис, который есть на заводе. Вот. И первый вот вопрос хотел бы вам задать, чем вы занимались непосредственно на заводе? Ну, я работаю на самом заводе, я работаю в ГКМПЦ имени Хрунича, это центр. Работаю я в подразделении ТКБ «Салют», изначально в проектном отделе занимался проектированием «Ангары», потом перешел в проектно-исследовательский центр, мы перспективными проектами занимались. Вот, в принципе, это кратко, так сказать, история. Реально, это много проектов через нас прошло, и по «Ангаре» очень много работы делали. Понятно. Вот такой вот вопрос. Сейчас завод переживает не самые лучшие времена, он находится, так сказать, в глубоком кризисе. Вот у него, получается, сейчас задолженности перед кредиторами порядка 50 миллиардов. Вот. Как вот вы думаете, за ваше время, которое вы там работали, какова ситуация была? Ну, ситуация развивалась волнами, когда Медведева снимали, говорили, что все плохо. Потом пришел Нестеров, сказали, что все будет хорошо. Нестеров попал на волну роста пусков, то есть мы вышли на уровень там 10-12 пусков в год, производство было загружено, все было нормально. Нестеров задумал реструктуризацию предприятия, присоединять к нему предприятие Омское, производственное объединение «Полет» и другие предприятия присоединял, такой, собирал крупную кооперацию. Вот. Честно говоря, когда Нестеров уже уходил, понятно было, что пусков будет немного. Был провал на рынке. Рынок пусков, он характеризуется некими такими волнами. То есть сначала много пусков, потом мало. Это связано с тем, как пополняются группировки спутников. Вот. На первое падение попал тогда Медведев Александр Алексеевич. И предприятие было не в самом лучшем состоянии с точки зрения финансов. Хотя, в принципе, по сравнению с сегодняшним состоянием лучше было. Вот. И после ухода Нестерова началась вторая волна сокращения количества пусков, плюс вышел на рынок Илон Маск, и вот центр Хрунича вот в прошлом году там какие-то по пальцам можно посчитать количество пусков, которые осуществили. И это с этим вот связано, мне кажется, вот такое финансово достаточно нехорошее состояние центра Хрунича, плюс было сделано расширение производства серьезных, в том числе Омское «Полет», это производство не загружено. То есть не загружено ни в филях производства, ни в Омске. То есть делать, в принципе, нечего. По гособоронзаказу такого объема, который предполагался, не было. Причем предполагался он только, скорее всего, в умах производственников. То есть неправильно, мне кажется, интерпретировали техническое задание. То есть было техническое задание обеспечить максимальное производство, но все его читали с точки зрения того, что государство обеспечит заказ на эти ракеты, а государство никогда заказ на эти ракеты не планировало обеспечивать, о чем сейчас говорят, и поэтому переразмерили немножко производство, и вот сейчас вот в таком состоянии оно и существует. То есть получается так, что тяжелые ракеты-носители оказались просто не нужны в таком количестве, которое может дать данные производственной мощности? Да,
и протон, под протон на филях производство было ориентировано на там, 12-14 ракет в год. В принципе, заказ такие были, но когда очень много было пусков, сегодня там, мы говорим о 2-3 в год. Под Ангару развернули производство под, так сейчас скажу, ну, 120 РМ в год, я помню цифру такую. Это, в принципе, 20 тяжелых ракет в год, 20 тяжелых ангар. Но мы понимаем, что если протон не загружен при той же самой массе полезного груза, там 12-14 пусков сейчас не получается выполнить, то как 20 можно выполнить ангары? Потому что это новая ракета, и протон еще не сошел с рынка. И получается, что переразмерили там просто на порядок производства. Правильно я понимаю, что Ангару разрабатывали для того, чтобы можно было уйти из Байконура? Потому что в основном все пуски происходят оттуда. И да. Второй аспект — это в Ангаре есть возможность использовать более экологичное топливо. Вот. На сегодняшний момент в Википедии написано, что потрачено на разработку порядка 160 миллиардов. Вот. Получается, разработка, если не ошибаюсь, поправьте меня, идет с 2005-го. Или, пораньше. Пораньше. Ну, вот именно когда вот непосредственно завод приступил при Медведеве. Вот. Было всего совершено 2 пуска. Какова дальнейшая перспектива этой ракеты? Ну, в принципе, если про первую часть вопроса, ее закладывали действительно, когда только развивался Советский Союз. Тогда появились новые требования на перспективную ракету отказаться от гептила, переходить на экологически чистые компоненты, кислород керосина и кислород водород. Объявили тендер на новую ракету. Выиграл тогда центр Хрунича с ракетой, в которой и водород применялся, и керосин. Потом появилась идея, что так как была нестабильная политическая ситуация, давайте вот мы сделаем независимый доступ в космос, потому что в том числе заказали там Ангару в основном военные, потому что запускать военные спутники с иностранной территории как-то не очень хорошо. И они заказали под себя ракету вот, Ангару, и платили изначально военные по ней. Нам платили очень мало, поэтому проект с 93 года, по сути, до где-то 97 года вообще так вяло достаточно делался. Потом его перепроектировали, сделали в нынешнем виде, как существующая ангара выглядит. Это УРМы, пятая, там ангара третья, легкая, 1-2. И после этого присоединился к этой разработке Роскосмос. То есть было от двух заказчиков техническое задание подписано, то есть по линии Минобороны, по линии Роскосмоса. И тут возникла небольшая ситуация, такая нехорошая, что Минобороны должно было сделать наземную инфраструктуру, профинансировать в Плесецке, а Роскосмос должен был совместно с центром Хрунича профинансировать разработку. И, ну, и начали друг на друга хивать, кто, по правде, сегодня денег не додал. Я застал, например, ситуацию интересную. Приказ по предприятию: останавливаем производство ангары в цехах, потому что Минобороны там на какой-то элемент стартового комплекса деньги не выделило. При этом Минобороны потом выделило деньги на этот элемент стартового комплекса, там быстро сделали, а у нас уже производство остановлено, его надо заново запускать там в течение года. То есть такие какие-то поддавки были интересные. Но в принципе потом разобрались с этим делом, действительно пустили легкую ангару, пустили тяжелую, без, не аварийно. С первого раза эти ракеты полетели. Перспективы у этого проекта достаточно хорошие, потому что он основан на универсальных ракетных модулях, позволяет на едином универсальном элементе построить все ракеты. Ну, там еще есть второй элемент, вторая верхняя ступень, но самый большой элемент — это УРМ-1. Вот, он одинаковый для всех ракет и позволял вот такое гибкое производство сделать. Я считаю, что это перспектива, в том числе соревнования с Илоном Маском. То есть мы можем за счет вот производственных неких логистических задач сделать более дешевую ракету. По поводу того, что списано много денег было, вот опять же, ну не знаю, раскрою секрет, не раскрою, но когда работал в центре Хруничева, на ангару списывалось все. То есть протон дешевел за счет удешевления ангары. На данный момент я слышал информацию, что ангара оказалось дешевле, чем вот, по документации, раза в 2. То есть, когда подняли все материалы, что по правде списывалось на ангару, что какие реально работы делались, какие не делались, оказалось, что она стала в 2 раза дешевле вообще без каких-либо мероприятий. Просто разобрались, что на нее списывалось.
Вот. И, скорее всего, по остальным элементам комплекса точно так же предприятия подкормились за счет вот этого проекта «Ангары». То есть был такой небольшой бардак, хаос. И сейчас все это налаживается, и, я думаю, перспективы очень хорошие. Единственное, надо разобраться с производством, где она будет производиться. Вот по поводу бардака. Вы же, получается, застали предыдущих директоров, которые были ввязаны в скандалы, связанных с откатами, с необособленными премиями. Что можете вспомнить и рассказать об этом? Я, честно говоря, не был замешан в этих откатах, премиях и всем остальном. Я вас ни в коем случае не обвиняю. Да, я понимаю, поэтому сказать очень тяжело. Все люди разные, в голову не залезешь. Я неплохо знаю нескольких генеральных директоров, которых сейчас обвиняют в этом деле. Как бы вот. Может ли... В принципе, может быть, имело место. Я вот не знаю. По некоторым людям, которые вот даже я слышал обвинения там, по экономике, если не специалист, я был очень удивлен, потому что когда он приходил в центр Хрумчева, приводили, он и внутри себя показывал. Вообще снаружи все говорили, что это достаточно принципиальный такой специалист, и он наоборот наводил порядок, а потом оказалось, что какие-то такие ситуации вышли. Опять же говорю, в голову никому не залезешь. Понятно. Вот вы упомянули Алан Макса. Получается так, то, что на сегодняшний момент в Америке имеется ракета-носитель, который может возвращаться, что удешевляет вообще, так скажем, вывод спутников на орбиту и так далее. Какова вообще ситуация в российском космосе? Будет ли какой-то ответ или... Ну, понимаете, мы в нашей стране все время делаем какой-то ответ. Когда американцы разрабатывали систему Space Shuttle, наши подхватили эту идею, придумали, для чего она была сделана, по-своему придумали, хотя она была для другого сделана, они обосновали по-своему, военным обосновали, что это уникальный комплекс, который там может какие-то там делать спецзадачи, решать, хотя по правде там по расчетам получалось, что это совсем не так, но доказали. И догнать и перегнать Америку. Был такой путь. Мы копировали этот шаттл, мы копировали идеи, мы копировали сплавы, там много чего копировали. Потратили кучу денег, хотя, когда начинали разрабатывать эту систему, я знаю, уже и в цене Маши, и в энергии были расчеты, где показывается экономическая неэффективность этой системы. Но мы упорно делали энергию Буран. И когда сделали, слава богу, у нас не хватило сил продолжать дальше. Американцы просто они задержали отрасль и дальше это дело продолжали. Конечно, со SpaceX, с Илоном Маском, там немножко другое. Там действительно имеет место хорошее эффективное производство. Нельзя тут говорить сейчас о серьезном многоразовости, что он получает эффект за счет многоразовости. Там вопрос вот опять с этой загрузкой на рынке. То есть, когда изделия ракеты летают там 10-15 штук в год, и там первая ступень, например, имеет многоразовость там 10 раз, мы получаем, что в год должно производиться 1,5 ракет. Так вот, ни одно производство не выдержит такое малое количество ракет. То есть сразу растут накладные расходы, риски увеличиваются, качество снижается и прочее, прочее, прочее. И это как раз большая проблема многоразовости. Хотя у Маска есть методология снижения затрат, у него достаточно гибкое производство, и он может серьезно, так сказать, нас с этого рынка подвинуть. Причем он это даже сделал с помощью одноразовой ракеты. Многие говорят, что это демпинг, многие говорят, что не демпинг, это надо разбираться, но производство у него построено очень хорошее. И очень хорошее решение в ракете найдено, комплексное. Мы вот, нам, мне кажется, самое главное сейчас не скатиться на некий такой срочный ответ Илону Маску. Надо, во-первых, идти на опережение. Свалиться в гонку. Да-да, не свалиться в гонку, потому что мы будем постоянно его догонять, не зная самое интересное, в чем там по правде ситуация. И в чем выгода Илона Маска, и в чем эффект. Потому что можно повторять внешний облик, еще что-то, но не докопаться до самой сути. Надо делать собственные разработки, надо, мне кажется, доводить Ангару. Сейчас я точно знаю, что разрабатываются проекты многоразовых ракет, рассматриваются различные варианты, и крылатые, и на ножке посадка, там даже вертолетный подход рассматривается. Вот. И
где-то, наверное, к концу этого года, в середине следующего, должны обосновать различные варианты многоразовости, что они дают. В том числе Роскосмос закладывает на сегодняшний момент демонстратор многоразовых систем. То есть должны обосновать, какой лучше и какой мы будем демонстрировать, что мы будем показывать. Нас Роскосмос к этой работе, в принципе, подключают. И нашу ракету, которую мы делаем для своего суборбитального комплекса, они тоже рассматривают как некий такой демонстратор многоразовых технологий, потому что у нас чисто многоразовая ракета. У нас ракета не орбитальная многоразовая, у нас суборбитальная. Там немножко все проще, немножко лучше с экономикой, потому что количество полетов больше в год. То есть там на порядке больше количество полетов планируется. И там производство нормально вяжется с многоразовой ракетой. А здесь все надо смотреть. В принципе, перспективы у Российской Федерации есть. У нас есть технологии необходимые. У нас есть кадры, там материалы и все остальное. Надо просто вот системно эту работу вести. То есть можно успокоить интернет-аудиторию тем, то, что Юра, мы еще пока что не все потеряли. Пока не все. Восстановить все, в принципе, возможно. Но я думаю, интернет-аудитория тоже помогает. И даже блогеры, которые пишут некие критичные материалы, даже если они немножко не имеют общего много с действительностью, то они подталкивают Роскосмос, другие предприятия к действиям. Это хорошо, то есть когда критика идет, даже когда не обоснованно, она всем подталкивает. Вот нас иногда критикуют, там, говорят, вот вы неправильно сделали, я собираюсь в совещание, говорю, вот есть мнение, у кого есть, что сказать по этому поводу. Я вот понял, а вот такой вот еще вот вопрос. Вот перевоз данного производства, вот вы как управленец, вот можете вот дать свою оценку? Можем ли мы остаться, допустим, без тяжелого ракетоносителя, там, допустим, лет на 5, на 10, по причине того, что, смотрите, если мы перемещаем производство в другой город, там нету специальных кадров, это нужно растить, учить, строить технику, ПТУ и специальные институты. Вот. А может ли такой вот... В принципе, я не допускаю такой вариант, что мы потеряем производство ракет-носителей «Протон» там, или «Ангара». Их пока производят на филях. То есть Омск участвует, но очень так сегментированно в этих работах. И я думаю, в Омск ракета не будет передана до того момента, пока не научится ее делать. То есть будет два производства существовать. При этом есть план развития производства, где четко между Омском и филями поделены компетенции. Там один делает один ракетный блок, другой другой. То есть разделяют производство. Вот мое мнение, что мне кажется, это неправильно, в принципе, в Омск переводить производство, потому что нет там кадров, там другой немножко менталитет людей. По моей информации, оттуда идет практически 100% брак. При этом это вот местные кадры порождают этот брак. Как в советское время с этим разбирались? То есть, когда образовался ЦСКА «Прогресс» самарский, туда послали одного из проектантов ракеты Р-7, Дмитрия Козлова. Вот. И он поехал, это дело курировал, потом был генеральным директором. То же самое было с Макеевым, когда его послали в МИАС. То же самое там с Янгелем было, когда его в Днепропетровск послали. То есть обязательно куратора посылали. Пока в проекте с Омском куратора не нашли, которого туда пошлют в Омск, который бы наладил там нормальное производство. Без этого, я думаю, ничего не получится. Плюс проблема в том, что в основном все кадры, которые обучаются, вот вузы работают, они все в Москве. То есть люди в Омск не поедут для того, чтобы там строить ракеты. При этом ведь концепция, когда переводят в Омск, она подразумевает, что там зарплата ниже. Человек точно не поедет из Москвы в Омск обратно, еще и зарплата ниже. Он поедет, если там выше зарплаты, там качество жизни лучше. А качество жизни никто не говорит. Наоборот, говорят о том, что там типа похуже. И, в общем-то, можно подешевле ракеты делать. Мне кажется, это в корне неправильно. Надо было развивать московскую площадку, может быть, там вводить ее под Одинцово как-нибудь еще, но ни в коем случае не развивать за счет омского предприятия, которое, когда присоединили, оно было даже, то есть не в предбанкротном каком-то состоянии, там вообще специалистов не было, там не было никого. Я был в комиссии, когда присоединяли Омск, туда ездил, там вообще пустота была.
Там единственное, это спутниковый КБ небольшой работал. И то, получается, его взяли, единственную работающую систему взяли, помножили на ноль и набрали непонятно каких-то людей и заставили их делать ракеты. Они сейчас, конечно, горды, что они делают ракеты. Омский губернатор, наверное, этому радуется, но... Далеко от того, что требуется. Да, далеко от того, что мы очень много денег вложили туда, и результат будет, думаю, плачевный. Но мы не потеряем ничего, потому что пока Фили производит. Ну, здесь же получается сталкивание финансовых интересов. Пока что Фили производит, но вопрос времени, это год-два, то есть уже можно находить какие-то схемы отчуждения территории. Вот. В любом случае, производство уже, как я так понимаю, поставлено на те рельсы, то, что готовится к переезду. Там, допустим, по моей информации от рабочих, которые там работают, они сейчас практически ничем не занимаются, просто перекладывают с места на место. Я понимаю эту ситуацию. Ситуация неплохая, не самая хорошая в центре Хрумича, она плохая, особенно с точки зрения понимания изнутри. Рабочие, они же не знают, что у предприятия заказов нет. Они думают, что они ничего не делают, потому что генеральный директор все отдал в Омск. Они ничего не делают, потому что делать нечего. Ракет нет. То есть у меня там тоже родственники работают, они тоже говорят, вот цеха сидят без работы. Но если говорить про то время, когда я там работаю, я то же самое видел. Формальная была загрузка, делали какие-то непонятные вещи, то есть просто создавали там какие-то детали, изготавливали или выполняли какую-то работу просто для того, чтобы выполнять работу. То есть она лишняя была, то есть там сверлили отверстия, чтобы их потом заварить, там что-то такое. То есть накручивали все трудоемкость. Новый гендиректор, когда пришел, он это запретил все делать, разобрался. И когда разобрались с тем, что будут работать только те, кто реально вот загружены и должны обеспечить производство, оказалось, что стало видно, что вообще все пусто и не работает. Да, это Калиновский начал разбираться с этим делом, то есть он ввел новые методы, где стали работать только те люди, которые загружены на заводе. И оказалось много людей, которые просто вот нечего делать им. Они сидят, они не загружены, их в отпуск отправляют на две трети ставки. То есть такая ситуация не очень. Вот же в открытом письме, там, может быть, не знаю, вводить, не вводить информации, там был такой достаточно негативный отзыв о том, что он пытался как разработать light, medium, hard, такой вот носитель, вот, и это назвали, как будто человек играет с кубиком Рубиком, пытается сам без имеющего того, скажем, образования, навыков пытаться... Таким вот, в свою очередь, он же заявлял, что тяжело конкурировать, когда у тебя всего лишь один продукт. Вот, его тоже можно понять. Uh-huh. Вот, но его упрекают в том, что вот эти вот реформы, которые там были проведены, допустим, закупка какого-то оборудования, которое стоит, сейчас ржавеет, или там, допустим, которое закупили много и не используется, там перевели, допустим, uh-huh. на электронную систему, а ее толком не адаптировали. Вот. Mm-hmm. Может быть, владеете какую-то информацию? Да я, в принципе, владею информацией. Тут тоже надо смотреть, кто говорит о чем и где он работает, и какой сам информацию владеет. Если говорить про Протон, правильно вы сказали, что нужна какая-то продуктовая линейка. Конечно, многие смеются на самом продуктовое, но в ГОСТах есть продукт, нет ракеты, есть продукт. Вот. И эта линейка действительно нужна, это гибкий подход. Другое дело в реализуемости этого проекта, другие проблемы. То есть я знаю, от Калиновского был запрос на создание такой модификации. И он логичный, потому что сначала Протон был в двухступенчатом варианте, вводил меньше. То есть это возможно сделать. Мы это в том числе показывали на Ангаре, когда мы брали третью ступень, снимали. И оставалось 5 УРМов, и называлась ракета Ангара 5П. Третью ступень выкидываем. Меньше грузоподъемность, но зато меньше стоимости. Мы более гибко на рынке присутствуем. И мы это делали, и это получалось. Проблем не было. Естественно, от Калиновского пошел запрос, а можно ли сделать такое с Протоном. И все вот эти прорисовки, технические проработки, это же не сам Калиновский там сидит на кульмине, рисует, там, не знаю, где-то, да. Он опирается на КБ «Салют», то есть на проектантов, на разработчиков. Это все они делали. То есть он подал просто идею. А вот как они это сделали, это уже вопрос. То есть я знаю, есть много замечаний к этому проекту с точки зрения техники, с точки зрения маркетинга
есть замечания к этому проекту, но опять же под лежачий камень вода не течет, и надо как-то все-таки работать, действовать. Он, по крайней мере, попытался, он вел в том числе по протону очень неплохую идеологию, он отказался от дорогостоящих каких-то идеальных конструкций, то есть когда я работал в центре Хрунича, делался там, например, головной обтекатель углепластиковый, а можно было сделать алюминиевый, там получался чуть ли там не на порядок дешевле, алюминиевый тяжелее весил, но если пересчитывать на головной обтекатель, какие незагруженные протоны были, то есть мы могли там в 3 раза тяжелее сделать там. То есть когда мы алюминию с углепластиком сравнивали, там процентов 10-20 получалось. А реально можно было его в каждом пуске пускать там, в 3 раза тяжелее. То есть его можно было, там, не знаю, из дерева сделать, из камня или еще из чего-то. Это по расчетам было. И Калиновский, кстати, когда пришел на работу, то ли ему подсказали эти идеи, то есть кто-то нашел, ему сказал, то ли он сам придумал. Он попросил вот это все проанализировать, отказаться от вот этих дорогих конструкций. И для пусков, где у нас протон летает незагруженным, ввести более дешевые комплектующие. Это он сделал, это дает свой эффект. По поводу программного обеспечения, которое внедрило, трудно работать. Вы понимаете, людям всегда с чем-то трудно работать. У меня жена вернулась из декрета в Центр Хрунича, сказала, ой, наконец-то внедрили программу, где все структурировано и понятно. То есть она просто работает. Другие люди ищут в основном объяснение, что вот эта программа им мешает работать. Бывают, конечно, перегибы, я не спорю, то есть всякое бывает, но надо тоже ко всему относиться, смотреть, что почему. Потому что рабочим она-то не нужна, но он участвует в процессе, для процесса она, может быть, дает большущий эффект, рабочий его даже не видит. И, конечно, он возмущается, говорит, она мне не нужна. Вообще никому ничего не нужно. То есть, например, продавщице в магазине не надо качественно продавать. То есть человек, который хлеб печет, ему не надо качественно хлеб печь. Он же его не продает, он его просто печет, а какой получится, это же не он продает, другие от него требуют. Ну, вот, и в людей это, к сожалению, надо вдалбливать. Если говорить про станки, я тоже это слышал, что закупили там станки, которые стоят ненужные. Ну, во-первых, непонятно, по что их покупали, непонятно, сколько этих станков, что видел, кто. Может быть, это предыдущее руководство покупало, может быть, подкупали под государственную программу, которую, например, потом отменили. Я не знаю, то есть это надо разбираться. Я не думаю, что руководитель уровня Калиновского будет просто так давать указания купить станки ради галочки, да, а потом просто их ставить под дождь, там, под снег или еще что-то. Я стоящие станки купленные, честно говоря, причем партии видел, которые закупались давным-давно предыдущим руководством, вот это я видел. Так что тут я опять же говорю, надо смотреть, кто что закупал, при ком это происходило. У нас все-таки отрасль имеет очень длительный цикл создания и разработки, то есть то, что летает при нынешнем генеральном директоре, делалось еще при старом. Вот в этом проблема. Понятно. Вот такой вот вопрос. Можете рассказать вот о вашей вот организации, программе «Космос-курс»? «Космокурс», да. Да, «Космокурс». В принципе, ну, мы частная космическая компания, организованная 3 года назад. У нас проект суборбитальных туристических полетов в космос. Это, по сути, полет вертикально вверх ракеты с капсулы, потом там капсула отделяется и вниз как вертикально также падает. За время автономного полета люди испытывают невесомость в капсуле в течение там, 5,5 минут. Поднимаются на высоту полета 200 километров, это примерно, где Гагарин летал. Видят Землю из космоса, могут отстегнуться в невесомости, полетать. И потом приземляются там, на парашютно-реактивным способом рядом с космодромом, где стартовали в 10 километрах. Полностью это многоразовые все изделия. Состоит из ракеты одноступенчатой и капсулы пилотируемые. Вот. В принципе, это достаточно такая вещь тривиальная. То есть и в 60-х, 50-х годах отрабатывались похожие схемы, они работали, после не было многоразовости. Вот мы решили многоразовость внедрить, потому что… То есть, получается, ракет-носитель ваша разработка? Да, полностью это наша разработка. То есть мы головные и заказчики, сами себе исполнители. У нас работают очень много специалистов из отрасли.
которые по системе «Буран» работали, и по «Звездным войнам», и по другим комплексам. То есть у нас такая сборная соранка специалистов из разных вообще предприятий. Вот. И мы финансируемся за счет там, частного инвестора полностью. То есть это не госсредства никакие, ничего, это полностью частный коммерческий проект. Вот. И планируем, что где-то в 2021-2022 году у нас получится первые пуски на нашей ракете. Стоимость билета на такой аттракцион, можно сказать, для людей будет стоить 250 тысяч долларов порядок. И есть желающие, и нам звонят. И в мире есть конкурентные две компании. Это Blue Origin, Virgin Galactic, у них очень тоже много заказов. Вот, в принципе, вот это наш такой бизнес, мы на это ориентируемся. Я понял, конечно, 250 тысяч, даже если, наверное, все продать, не хватит. Ну, оказалось, это много таких людей, в том числе в Москве есть. Это понятно, есть, конечно, тоненькая такая прослоечка, которая может себе это позволить. Mm-hmm. Планируется ли там, допустим, соответственно, нам, как бы проект большой, долгосрочный, mm-hmm. нужно же, естественно, отбить все издержки. И будет ли перспектива там, допустим, скажем, бюджетных каких-то там, ну, понижений стоимости, ну, там, скажем, после первого пуска лет там через 5-7? Да, мы планируем за счет даже того, что просто опыт появится. Ну, и ракетоноситель да. будет, да. Вот, но это снижение, ну, максимум, наверное, я бы сказал, в два раза, может быть. То есть все равно это большие деньги для обычных людей. Хотя, опять же, что называть обычным, у нас очень много людей, которые гоняют на дорогущих машинах, которые вот прям ровно 250 тысяч долларов стоят, разбивают их каждый год в Москве. То есть это мы же ориентируемся не на там 10 тысяч человек в год, мы ориентируемся всего лишь на 700 человек в год. Это небольшая цифра, и я говорю, есть отчеты, где там жители Москвы нам только весь рынок могут обеспечить. Не все, понятно, они полетят, поэтому мы ориентируемся на вообще-то на весь мир, на американцев, на китайцев, там, индусов, на арабов, поэтому. Понятно. А вот ваш ракетоноситель, он же получается многоразовый, и да. практически то, что там есть у SpaceX, тоже многоразово используется. Планируете ли вы ее доработать, допустим? И вот еще вот вопрос на эту тему. Возможно ли вот этими многоразовыми пусками выводить, скажем, какие-то модули или что-то сборное собирать на орбите или, допустим, использовать Луну для постройки большого какого-нибудь космического там корабля, шаттла для какой-то экспедиции куда-то? Ну, понятно. Ну, если про нашу ракету говорить, прорабатывается проект, где мы можем доработать ее для уведения спутников в космос, то есть это нужна верхняя ступень дополнительная, но такая возможность прорабатывается нами. Если говорить вообще про многоразовые ракеты, что ими что-то строить, действительно как раз и говорится о том, что многоразовая ракета будет эффективна только тогда, когда появится большой грузопоток в космос. И вот мы, наши суборбитальных туристов, это достаточно большое количество. А если говорить про какие-то модули станций, то если появится большая экспедиция длительная, и надо будет много модулей собирать, много выводить, вот как раз тут многоразовые ракеты могут дать эффект, потому что нужно большой грузопоток обеспечить. За счет этого можно будет подгрузить серьезное производство, при том, что будет достаточно нормальная многоразовость, нормальное снижение стоимости. Вот это все позволит сделать. Но надо смотреть, опять же, куда там на Луну лететь, не на Луну. То есть, может быть, орбитальные станции делают, там, заводы. Не, ну просто с Луны, мне кажется, будет гораздо проще его стартануть, его же не нужно отрывать от притяжения Земли. Это да, это чуть попроще там, но вообще сама Луна сама по себе, как бы, это не самый обоснованный такой вариант, я считаю. Я понял. Вот такой вот еще вопрос. Вот вы, как руководитель, сталкиваетесь ли вы с нехваткой специалист. У вас же получается узкоспециализированные специалисты, это же не сантехник или там слесарь, токарь. Про качество вот, образования, допустим, вы же работаете со студентами, правильно? Да. Вот, что можете сказать? Есть ли какая-то острая нехватка или какова ситуация? Да понимаете, я не занимал такую должность в другие времена, сравнивать мне тяжело. Ну, смотрите, вы же сидите в этом кресле, да, я вы понимаю, разрабатывали Ангару. Я просто немножко с другой стороны был и не отмечал вот этих вот вещей.
В принципе, конечно, у нас узкая специализация, очень и очень трудно найти специалистов. То есть, если мы недавно объявили вакансию на некую небольшую административную должность, там администратора, мне пришло порядка, наверное, за месяц 500 резюме. То есть мы там людей уже там, не знаю, по цвету глаз отбираем. То на техническую должность может провисеть вакансии месяца 3. Мы можем получить где-то порядка 20 нормальных откликов. Ну, там может быть и 100, и 200, но в основном там люди пишут с автотракторного какого-то института, еще чего-то. То есть мы готовы освоить все, что можем. Да, все. Было бы желание, мы готовы, мы сможем, но мы людей обучать не готовы за это все-таки время и тратить свое время и силы на это дело. Нужно будет брать все-таки специалистов. Приходит очень много студентов, но примерно из там, где-то, наверное, 100 человек, наверное, один только подходит. То есть вот такая ситуация у нас, к сожалению. Очень сильно растренирована отрасль, причем опытные специалисты приходят из отрасли, но они привыкли делать маленький кусок работы. Вот так разбито сейчас в отрасли было, ну, в связи с тем, что раньше просто методы проектирования были другие, там, для того, чтобы баллистику посчитать, там сотни женщин сидело, там в столбике там, интегрировало, там, считали там, на логарифмических линейках. Или чтобы служебку написать, надо было написать ее на бумажке, потом эти системы ашпируют, ее набьют. Да? То на сегодняшний момент один специалист может делать множество работы. Вот когда нам приходят из отрасли очень много специалистов, мы сталкиваемся с тем, что они привыкли работу дробить. И когда ты говоришь, что можешь ли ты спрашиваешь, можешь ли спроектировать двигатель, он говорит, я могу только форсунку от двигателя спроектировать. Вот, мне там, а нужно поправить 500 человек, и каждый свою маленькую детальку проектировать. Я говорю, ребят, такого не бывает, и такого вообще никогда не было. Но они живут в той системе, которая вот сейчас сформировалась. Хотя Роскосмос тоже с этим активно, я знаю, борется и пытаются заставить людей по-другому работать, в том числе за счет сокращений. Очень тяжело отобрать. Если говорить про вузы, там ситуация неоднозначная. В принципе, приходят достаточно грамотно умные ребята, и они с легкостью работают, нормально входят в процесс, и как-то все у них хорошо идет. Но как-то очень мало этих ребят приходит. Иногда к нам приходит полный состав какой-нибудь группы выпускников, прям вот они в одной группе учились друг за другом, причем даже иногда независимо, просто оканчивают вузы, приходят к нам. И все они нам не подходят. То есть это зависит от кафедры, это зависит от преподавателя, от факультета, от вуза. Там Бауманка, Бауманки рознь. То есть есть красный диплом Бауманки, который красный диплом Бауманки, а есть красный диплом Бауманки, который, ну, как бы, ну, вообще ни о чем. Там разговаривать ни о чем с человеком. Понятно. И чего ожидать, когда можно увидеть на горизонте Циолковского, Королева, Челомея? Ну, не знаю. Им очень много нарисовали вокруг Челомея, Королева, Циолковского. Не знаю, когда это увидеть. Надо работать, я считаю. И когда результат будет, мы увидим вот людей, которые этот результат обеспечили. А потом их можно назвать Королевым, Циолковским, еще кем-то. Для этого надо работать. Вот, например, в центре Хрумчима Ангару запустили. Вот. Я думал, тоже будет какой-то эффект, но как так оказалось, что быстренько специалисты, которые все это делали, быстро разбежались, растворились просто. Буквально кто-то на пенсию, кто-то еще, кто-то из отрасли ушел. Как-то вот надломило людей вот, ситуация в отрасли, может быть, там еще где-то. Хотя сейчас, я знаю, все немножко исправляются, люди возвращаются в отрасль. Кстати, у нас очень большой состав возвращенцев в отрасль. То есть люди, которые работали еще серьезные комплексы, разрабатывали, они возвращаются именно к нам в компанию. До этого они там в частных конторах работали, вообще не связанных с космосом, там лет 10, а потом к нам возвращаются уже. Плюс, причем не только возвращаются из каких-то там небольших компаний с малыми деньгами, а нефть-газ. Мы обратно из нефтегаза вытягиваем людей в космическую отрасль. Вот, получается. Причем вот эти самые удивительные специалисты, они более такие подготовленные к работе, чем специалисты из отрасли. То есть они поняли, что по правде за забором там, не знаю, яблони не цветут, там никто им не готов там, не знаю, там сыпать там золото, там, не знаю, горы какие-то золота.
И они понимают, что везде надо работать. Вот люди, которые побыли за ВГУПом. А в ГУПах, к сожалению, очень многие считают, что если мы шагнули за территорию предприятия, то там у нас зарплата в 10 раз больше, квартира, машина, там еще какие-то красивости. Вот. А работать буду я еще меньше. Вот такие вот фантазии есть, почему-то возникают, я не знаю, менталитеты, они сами друг другу уговаривают. Там постоянно разговор о том, что в США платят там, 10 раз больше, при этом забывают про налоги, которые платятся при этом. Ну и вот такие разговоры и про качество работы забывают, поэтому вот люди, которые возвращаются, они получше. Но надо работать, и будет результат. Понятно, спасибо вам. Да.